eSportBets.com – сервис, где геймеры ставят реальные деньги на виртуальные события. Только здесь лучшие коэффициенты и самый широкий охват игр от Dota 2 до Hearthstone. У нас зарегистрировано более 200 тысяч пользователей. Присоединяйся, докажи, что ты лучше всех разбираешься в киберспорте. Кто сделает first blood? Кто заберет первого рошана? Кто выиграет на живой раунд? Участвуй в гонке предсказателей и зарабатывай реальные деньги. Чем больше ставок, тем больше бонусов. Вознаграждение за первый депозит до $600. eSportBets.com. Живой азарт и холодный расчет. StarLadder TV представляет 10-й юбилейный сезон звездной серии Dota 2. Лучшие команды со всех континентов, самые популярные студии и комментаторы, SL TV, Beyond the Summit, Imba TV и LGD TV. Сотни часов трансляций на 5 языках и гранд-финал с участием легенд Dota 2. Покупай билет, следи за матчами звездной серии в клиенте игры и вноси свой вклад в призовой фонд турнира. Впервые вместе с покупкой билета ты получаешь уникальный сет на Тини и компендиум StarLadder TV с системой достижений. Следи за ростом призового фонда и получай дополнительные призы. Для начала – буст игрового опыта. Далее специальный лоад-скрин от StarLadder TV. Худ турнира – матч всех звезд, игровой курьер и новый сет на одного из самых сильных героев Dota 2. Ты увидишь это первым. Следи за событиями на сайте Dota 2 StarLadder TV. Покупай билет на StarLadder или подвергнешься тщательному анализу. Доброго времени суток, дорогие друзья. С вами студия StarLadder TV, с вами Годхан. Да, сейчас вот прям к нам присоединяется Вилат. Здравствуйте. Вот прям уже присоединился, вот прям ворвался, влился, бросился. Не знаю, как еще можно это назвать. Доброе утро. Доброе утро. Ну, вообще уже день на самом деле. И... Ну, у кого день, у кого утро, и что, у кого вечер. 14.30 утра. Здравствуйте. 14.30 утра, да, в Киеве. 14.30 утра, все нормально. Ты во сколько проснулся, Витя? А, если честно, звонок туроператора поднял меня в 10.30 утра. В 10.30 утра, я понял. Свинский, знаешь, когда даже отдых тебя будет. Меня тоже позвонили сегодня, кто-то в 9 утра позвонил, причем на домашний, и я до сих пор нервничаю. Ты пытаешься узнать, кто это был? Не, я знаю, кто это был, но я до сих пор нервничаю из-за того, что в 9 утра в понедельник кто-то звонит. Это что это за беспредел вообще? Угу. Ну, я тебе расскажу страшную тайну. Некоторые в это время уже работают в понедельник. Да это вообще забей. Я не понимаю, как люди могут в 9 утра в понедельник работать. Это же какая-то шутка. Это, я не знаю, это издевательство над людьми. Ладно, дорогие друзья, у нас тайбрейкеры. Johnny Revenge против Interactive Philippines. Первый матч на сегодня. Суммарно их будет у нас много, потому что мы плавно перетечем в Европу. Ну, у нас надо говорить, наверное, про Азию, что в Азии у нас 3 матча минимум, 5 максимум. То есть у нас 3 команды играют. Если они опять-таки друг друга поубивают, если они друг у друга повыигрывают, то у нас будет еще один круг переигровок, но немножечко по другому формату. У нас команда, у которой будет лучший тайм-рейтинг, выйдет сразу в финал, и команда, у которых будет второе и третье место по тайм-рейтингу, они займут, собственно, будут играть в полуфинале второго круга переигровок. Если он будет, но пока давайте про это не будем думать. Пока просто смотрим переигровки. 3 best of one. Команда, которая выиграет 2 карты, то есть у одних и у вторых соперников, получает билеты в Киеве, слот на лан-финалы. Присоединяется к Ньюби, Вичи и ЕГЭ. Ну вот у нас статистика команд. Титаны имеют 90% винрейт. 10 матчей, 9 побед, 1 поражение. В принципе, так же, как и у Johnny Revenge. Также 10 матчей. Не-не-не, там у них, по-моему, по 9-2. Ну, нет? Значит, у нас статистика опять врет.
Может быть, Титаны в одном матче там Техлус получили или Техвен, что-то такое. В принципе, это возможно. Да, у Титанов там действительно Техлус, по-моему, в одном матче. Я думаю, можно уже прыгнуть к пикам. У нас там интересный набор героев. Особенно интересно то, что Траксу забирают. Систем. Нет, то, что Дроу Рейнджеры визаж в разных командах. Да. Это как? За что? Разделили неразделимые. Да, но это действительно как-то ненормально. И в итоге мы видим, что... А зачем тогда визаж команде Genius Revenge? Ну, не знаю, но почему визаж раньше часто использовался как обычным саппортом и без Траксы. Фамильяры все-таки сильные, плюс стан, плюс он толстый. Медаль какую-то собирает и помогает. Тем более уже есть гаш. Гаш, медалька, сейчас еще какой-нибудь герой на минус армор появится, и привет. Вот у нас связочка, матч. Три матча. Tidehunter, SkyMage, Visage использовались три раза в этом году, и винрейт их составляет 100%. Ну вот, пожалуйста, неплохие героички-то получается. Да, связочка ничего такая. Пак заезжает четвертым пиком, кстати, это мид-пак или оффлейн-пак, потому что Tidehunter в последнее время любитель появляться в медле. Ну вот здесь непонятно, против Вайпера Тайду будет тяжеловастенько. Да, Паку попроще, наверное, будет. Vengeful Spirit. Смотри, тут Дум, Винга, Тракса. Дум съедает собаку и идут пушить просто. Хорошая идея, опять-таки, но... Ну вообще да. С этими, конечно, аурами это будет просто что-то. Да, вот один раз использовалась эта связка, Дум, Тракса и Винга. Ну это победный был. Матч, кстати, Тракса с Вингой всего 47% винрейта. Маловато. Да, что-то как-то привыкли мы в пабах и так далее. Тракса, Винга, Луна, и поехали, три ауры. Дискотека. Да, даже часы это не наши пабы, а так. Нет, вообще в пабе это очень классно работает. Это прям сверх круто работает. Это вот вообще жестяк. Если вы ни разу не играли, так то обязательно поиграйте. Да, только готовьтесь к огромному количеству грязи со стороны оппонента. А это не важно. Ну, я тоже считаю, что это, типа, такое. Главное победить. Ну, и каждый раз, когда вы сносите тавер, надо просто писать изи. Изи. Да. Просто изи. Где деф там можно написать? Да, типа, мы вообще с ботами играем, что ли? Слушай, а что у нас здесь вырисовывается? У нас вырисовывается то, что SkyMage отправляется в мид, я так понимаю. Тайт, наверное, будет фармящим. Пак на оффлейне. Или это Кэрри Шейкер? Нет, Кэрри Шейкер это тоже круто. Дазл. Mm-hmm. Тут вот у филиппинцев мне пик намного больше нравится. Вот прям намного. Ну, у Джонни он очень агрессивный. Им надо агрессию с самой первой стадии игры прям проявлять просто нереально. У них есть раскасты, у них много, по сути, спелл дэмэджа любого. Паки, шейкеры, тайтхантеры. Есть чем побомбить, грубо говоря. А у интерактив филиппинцев есть Тракса, который надо у ему фарма плюс БКБ. И тогда только появится уже какой-то... Да, ей надо немножечко времени, скажем так. Но ну, увидим. Но TNC у нас будет играть на Вайпере, Эмма Стоунс играет на Винге, Дазл, Кимо. Это суппорта, понятное дело, у филиппинцев. А в миде будет Вайпер, в сложный Дум, в легкой Дроука фармить. То есть тут все ясно. Джонни's Revenge, как? Ну вот я не знаю, куда пойдет Шейкер, а куда пойдет SkyMage. Если это SkyMage мид, это одно. Если это SkyMage... Саппорт, кто Керри Тайтхантер. Такое тоже использовалось и не раз. Керри Тайтхантер это неплохая штука. Она может заезжать. Потому что Тайт отформленный, он непробиваемый. А сейчас еще с появлением какого-нибудь Кримсон Гварда соберет Визейдж, и его вообще будет не убить. Кстати, да, Визейдж сейчас стал очень сильно неактуальным после появления этой брони. Потому что она нажимается, и фамильяры ничего не наносят в эти 9 секунд. По героям. Ну а если фамильяры бьют тавер? Ну тавер, да, твара не сносят, но здесь тракции нет, поэтому быстро уже свой дэмэдж теряют основной и по 10 урона. При том, что сейчас сделали Т2 уже 25 армора. Там что-либо трудно нанести. 25 армора. И гриф обновляется после снесения Т1. Вообще жуть. Да, это как-то слишком. Ну да, защитились вот от, наверное, 8-минутных игр, знаешь, когда одна команда собирается со всей гапшой и просто идет по одному лейну до конца. Сносит его, перемещается на другой и так далее. То есть, хотя я считаю, что фортификация на 5 секунд от таких команд не особо спасает. Ну, хоть что-то. Посмотрим.
Фортификация на 5 секунд. Ну, сейчас много фортификаций, это хорошо. Да, там лишняя команда какая-то может. Слушай, а у нас тайм-рейтинг будет или нет? Ну, смотри, у нас, если команды опять друг друга все поубивают по кругу, то у нас будет тайм-рейтинг. Но этот тайм-рейтинг будет влиять только на посев в следующей переигровке. Угу, я понял. То есть у нас будет еще одна переигровка. Лучшая команда по тайм-рейтингу выйдет сразу в финал этой переигровки, а вторая и третья команда будет играть в полуфинале, то есть по сути. То есть, по сути, если у нас опять все друг друга поубивают, у нас будет четвертый матч между второй и третьей командой по тайм-рейтингу, и победитель этого матча выйдет на победителя тайм-рейтинга. И вот так вот, по сути, мы вот вышли с командами из ситуации. Ну, вообще, да, потому что считать просто по тайм-рейтингу, я считаю, это не очень хорошо. Это неправильно, и это все с этим согласились, так что такого не будет. Ну, отлично. Так, у нас пишут тут гол, но... Молчат пока. Ждем. Ждем Джуди Ревенш, да. Зарубы должны быть очень интересными. Ребята весь сезон лопатили своих оппонентов просто... Без поражений практически, и сейчас у них разыгрывается путевка в Киев. Что они, что вторые, причем вот вчера филиппинцы IAP, они были вообще в шаге от поездки в Киев, надо было просто выиграть игру. Опять-таки у Джонис Ревенш они играли вчера, и, к сожалению, не получилось у них. У тебя есть какие-то фавориты или за кого ты притапливаешь? Кого... Я думаю, что Титаны выиграют и у тех, и у тех. Титаны, которые начали сезон с двух поражений, там у них не было муши еще, да, и они как-то так вот входили в сезон непонятно, а потом они собрались, и жара уже пошла очень серьезная, и я думаю, что Титанов тут будет не остановить просто. Ну, муши на самом деле, да, это сильный, скажем так, буст в команду, причем я думаю, что муши сильный буст сейчас в любую команду абсолютно, неважно из какого региона, потому что муши силен. Очень сильную доту в последнее время показывает. Ну что, попытка загангать кого-то. И могут найти. Могут найти Дума. Спалили его. Правда, тут Вард. Вард, который стал Вижен. И уходит Дум. На топе никого найти не получится. Да, ну так вот побегали. Вот интересное решение. То, что в триплу поставят Здрав Рейнджер. Прям супер интересное решение. Вот я не знаю, почему они решили вот именно так сыграть. На самом деле, трипла с Дроу Рейнджера, я считаю, немного провально. Потому что Тракте надо максимально быстро набирать уровень. И из-за этого собирают Мидас, чтобы проапгрейдить ультимейт там. 6-11 получить хотя бы максимально быстро, чтобы команду свою пробустить. А если она будет стоять в трипле и саппорты будут стоять рядом, то до 6 уровня и там очень долго потеть. Да, она будет бегать со своим там левел 4, либо левел 3 абсолютно бесполезным. И это, конечно, будет неприятно. Ну, хотя, может быть, там будет кто-то в соло стоять или что-то типа того. Пока по линиям не понимаем, что происходит. Мы только видим, что Тайд в сложное у нас вместе с Шейкером. И неужели у нас будет Скайврасмаг by Winter в легкой стоять? Ну, вот Скаймаг Керри, это вообще... По-моему, ну нет, судя по артефактам, нет, там смоуки, варды, это не то, а вот Джонни на визаже, это уже похоже на то, что это будет визаж легкой линии. Ну, по-моему, провальный пик от Джонни с Ревенш, вот почему-то мне кажется. Да, визаж в качестве фармилы тоже меня особо не впечатляет, да, возможно, он чуть быстрее получит свой уровень, не знаю, что он будет собирать, это быстрый аганим, будет 3 фамильяра, но... Опять же, в чем задумка? Хорошо, ты получил 3 фамильяров. Пушить вышки здесь будет достаточно трудно. Не стоит забывать о том, что против тебя Тракса, который этих фамильяров сшибает просто за 2 счета. Ну что, будет ганг в мидл? Вот, пока жду, пока выходит, далеко зайдет TCN. И вот это должен быть фраг. Это должен быть 100% фраг. Никуда отсюда не уйдет TCN. Потому что пак может погибнуть. Так он сейчас еще может на развороте, отсюда. По сути, Винтеру очень сильно дамажит. Там, конечно, фиссура скоро будет, мана на нее накапает, потому что Кларити Соджер, но забирает Винтер фраг. В том случае они потеряли пака, и Вайпер, я думаю, этому размену очень рад. Он успел закупиться, он купил себе там стики, ТП сразу и так далее, денег почти не потратил. Возвращается в мидл уже 2-го с лишним уровнем. Соджер, ну это жесть, он получает лишнюю экспу, он получает лишние деньги, и в итоге в плюс вышел Вайпер в этом размене. Просто в плюс. Ну, Тайт спокойно себя чувствует. Тайт чувствует себя по причине спокойно. Какой? Правильно, потому что нет станов. Нет станов, кроме если кто-то сожрет крипа со станом, это Дум.
А в остальном его не могут закрепить на месте. Слоун особо не боится, поэтому он стоит, спокойно получает экспириенс. Уже третий уровень, второй Энчар Смэш. Попробуем что-либо предъявить. Ну и дальше он будет здесь тусоваться. Будем еще и разбивает варды. Какой-нибудь жестокий этот Линк. Еще и угадал с позиции варда. И вообще все у него очень хорошо. Еще сейчас второй разломает. Да ладно, Double damage. Одним сентри разломать второй. Винтер еле выживает. Там Винга его просто с дабл дэмэджем чуть не убила. Эмма Стоун там карает. Еще один минус вард, да, тайт тут. Просто одним сентри развалил два сентри соперника. Ой-ой, Кима отрезали. Проблема у него. У него ничего еще не вкачано. Будет ли качать грейв сейчас? А надо последний? Качать грейв. Ну нет, он убежит и так. Он постарается убежать так. Там хотя сапог у тайда. Тайда выше. Там сапог, а тут Кимо, нет сапога. Кимо, Кимо, грейв. И вот он грейв на развороте. Там фиссурина есть. Там есть фиссурина. Ну вот теперь попасть бы по ней. Да, все правильно. Ой-ой, дровка. Да ладно, дровка. И нет дэмэджа. И что ж а ты, нет что дэмэджа, ж ничего ты не сделал? Слушай, а ну несмотря на то, что у Джонис Ревенш, ну, в первую очередь, кажется, вот такой вот немножечко. Даже не знаю, как правильно сказать, какой пик, вот такой вот непонятный пик. Фраерский пик, я бы это назвал. Это вообще не ясный такой пик. А, начинает это не очень-очень хорошо. Этот Шейкер перемещается по карте более-менее. Винтер что-то там двигается то там, то сям. И Джонни быстрый левел получает. И в миде у Пака все отлично. То есть, ну, более-менее Джонни Сраванч. Не, вот мне интересно просто глобальная задумка. Вот этот Визейдж Керри, что он будет делать. Хорошо, он сейчас стоит. Думаю, его, понятное дело, не чувствует, потому что он в любой момент нажимает землю и отрегенивается практически до фула. Ему по барабану. Тайт удачно стоит лейн. Он сейчас будет 4 уровня. Его тут пытаются пробить, но это не особо хорошо получается. Ты просто забей. Я только что смотрел, я даже не стал тебя отвлекать. Вайпер просто забежал на хэграунд и тупо убил Пака. Он просто его застрял. Пак вообще ничего не сделал. Ни в шрифт, ни в спирал. У него просто не было маны. Вайпер залетел и его убил. Просто. Райт-кликом. Ну, когда Вайпер будет делать такие соло-киллы на миде, это печаль. Сейчас у него еще появляется Вайпер Страйк, ему прилетела Аквила. А, Паку здесь будет очень трудно. У Пака 13 скрипов, у Вайпера 17. Ну и там еще 9 динаев. Ну и Вайпер тут забегает на баунти руну и зарабатывает себе 6 левел. Вот так вот, есть баунти руна, есть левел 6. Все нормально, все в порядке. Ой-ой, смотри, Винга в инвизе заныкалась на Рошане. Блин, я думал, они ее видят. А у нее выхода нет оттуда, у них сентря стоит. Да-да-да, лол, так куда ж вы идете? Не-не-не, никуда не идут, шарки тут остается. Ты чувствуешь, когда тебе некуда деваться. Не, ну она сейчас убежит. Они, ну а там почему же вы ее отпустили-то? В мид смещается, помочь Паку, Пак опять, наверное, помрет. Нет? Нет, отпился. И 2-2, и тут можно забирать Тиссиена, Винтер дерется до конца, Тиссиена забрали, Винтер тоже погибает, так, ну, на этот раз размен хороший. Опять-таки... Подходит Винга. Винга, инвиз кончился, Пак. Это Винга, просто забей. Просто пешком так, знаешь, инвиз закончился на морозе. Она думала, что это вечный инвиз, так стояла, тупила, а тут опа, нет инвиза, и что делать, черт его знает. Почему они меня бьют? Что здесь, откуда здесь вижу? Да, почему они меня бьют? Что ж, Draw Ranger снизу 4 левел, мы видим, будет скоро у нас готов уже Мидас. Ну, может быть, сначала ПТ, потом Мидас, я не знаю. Нет, должна Мидас собирать. Должна собирать Мидас First Item, чтобы максимально быстро получить 11-й. Потому что ПТ здесь, по сути, не надо. Ее не убивают вроде как, не охотятся пока. Вроде как да. Вроде здесь будет правильное решение купить Мидас. Мы видим, что Джонни в легкой линии тем временем нафармил за это время 29 крипов на визаже. И вот это топ-фармер на карте на данный момент. Я вообще очень-очень-очень давно, я не помню, видел ли я когда-либо вот так вот соло легкую визажа. Да, я тоже не могу вспомнить, был ли керри визаж вообще в последнее время. Но по сути это будет, я так понимаю, не керри визаж, это будет быстрый 6 левел, а дальше типа как? Просто фамильяров кому-то отдаст, сам продолжит фармить или как? Ну, скорее всего, да. Может быть и так, на самом деле, потому что... Винтер. Пробивает-то Винтера, как вейвов террором. Ну что, тайду чуть-чуть до ревиджа, прям чуть-чуть остается. Сейчас он достоит на лейне, и потом можно будет попробовать что-то делать. У Пака Дримкойла нет, надо сожрать баунти руну. Хотя вот что уровень и так появляется. Ну вот да, с Дримкойлом уже намного проще. Будет сейчас попытка забежать на Вайпера. Прилетели сюда два фамильяра, решили, что можно пытаться спануть Вайпера, но нет, спанули его и убить не смогли. Вайпер сейчас на самом деле не лучшая цель. Хедреска, Баклер, все есть, 7 уровень. Причем коррозив скин прокачан в троечку. С
скажем так, не самый приятный таргет для убийства. Винтера оставляют на топе на получение опыта. Также нужен его Мистик Флеер, чтобы гангать что-то. Дазл четвертого. Ну и что, Тракса? 1300 на руках. Да, судя всему, так и будет появляться Мидас. Доберет уже оставшиеся 200 золота. Не, ну это правильное решение. То есть, как бы мы там всегда не критиковали появление Мидаса, но на этот раз я на 100% уверен, что это правильное решение. И вот Фокс, конечно, будет разгоняться только с этим Мидасом. Не, да, на самом деле для Тараксы это лишний атак спид. То есть, есть Мидасы неоправданные на героях, на которых, типа, атака Лич не нужна. Лич, да, например, у которого и так по XP особо проблем нет. Он может крипов жрать там, чужих и так далее. Ну, а вот Тракса тот герой, которому 16 уровень очень важен. И он важен не только для Тракса, а для всей команды. Потому что Вайпер в команде и получает такой бонус дэмэдж. Вот уже 19 урона у Вайпера. Да, тут как бы все рейнджевые, да, кроме Дума. Но Дум сам и так будет много дэмэджа вписывать. Плюс у него, конечно, будут какие-то полезные ауры. Так что тут абсолютно всем будет помогать Фокс. И вот нравится мне эта тема у команды YAP. Да, посмотрим, насколько быстро они соберутся и пойдут толкать ТВРа. У Винги пока в единичку прокачана аура на дэмэдж. Не факт, что он вообще будет еще пока ее максить. Вейв в террор тоже очень полезная штука. Хаста от Винги и, ну, нет, спануть никого не получится. Просто перемещения идут по карте. Сейчас команды друг друга не трогают. Какой-то непонятный, опять-таки, план у Джонни Сревенш. Мы уже об этом не первый раз говорим. Ну, то есть, пока единственное светлое пятно у этой команды — это два фамильяра и все остальное. Но вот на топе напали через Дум на Джонни. Фамильяров нету. Стан в Джонни. Джонни пытается избить. Залетает конкассив шот. Есть же два фамильяра. Джонни погибает. Еще и фамильяров здесь могут попытаться забрать. Ну, вот как-то вот так. И все. Ну вот пришел, я тоже думаю, что хорошо, Визейдж, вот сейчас есть ПТ, Базилка, два фамильяра, это, конечно, здорово, это очень полезные ребята, которые могут атаковать, ну, и кого-то бомбить, но вот идет Тайт с Рэвэйджем. Тайт, ну, Вингу бросили, ничего страшного. Винга тут погибает. Имеется в виду, что, ну, был бы это суппорт Визейдж, ну, было бы у него Doom то же самое, но на 3 минуты позже. Но Дум тут уйдет. Шейкер его не отстопит никак. Да ладно, или отстопит. А там фейзов нет, почему не отстопит? Вот пошел Слоу, сейчас Гаша нет, но подлетают фамильяры, начинают наваливать. Стан от Дума. Ну, остановили его. Ну и должен добирать его чем-то. Вайпер. Тут Вайпер. Рэвэйдж. Тайт хорошо как ультует, и сейчас по твоим. И пак должен ворваться. Минус Дум сразу. Ну и Вайпер тут тоже должен погибать. Да, и Вайпер тоже погибает. И еще и Тайтхантер. Тайтхантер погиб от крипов. Умер просто. Да, на самом деле, причем Вайпер зажал эту последнюю тычку в Тайда. Пытался там повертеться в фиссуре и по итогу никуда не ушел. На ботами Тракса начинает пушить вышку. Это получается очень даже неплохо. Мидас, 7 уровень. Да, приходится прожимать Fortification, и Фокс, возможно, этот товар донесет. Ну, посмотрим. Опять-таки, дровка скоро начнет и помогать своей команде. Вот тогда, ну, помогать не только аурой, да, а помогать уже и по-серьезному. Вот тогда это будут проблемы, я думаю, у Джонни с Ревенш. Да, дровка сейчас очень много дэмэджа носит, а так спид у него просто с Мидасом великолепный. Еще и Дазл есть, если что, на подсейв. Чем здесь затыкать Даза? Из Сайленса здесь есть пак и Скаймейдж. Ну, в принципе, должно быть достаточно, хватает, чтобы забирать Дазла. Да, это с головой, то есть два сайленса, причем таких сайленсов, которыми не очень-то и сложно попасть, и не очень сложно их бросить, это вообще не проблема, так что я думаю, что будут они справляться с Дазлом. Ну, с остальными тоже надо справляться. Здесь смок от Джонни Зревенш, и очень может быть он удачный, а может и неудачный, потому что здесь дровка, и их меньше здесь. Да, смотри, как тавр начинает падать. Ну вот они, пошли рейнджовые атаки, бегает рядом Винга, дает ауру. Вышка просто расстреливается за несколько секунд. Вот он новый фортификейшн, который... Дум на пака. Дум просто забежал, отвлекает сейчас всех. Ну, кстати, там кроме этого мека отвлечения, Шарки умрет. Пак, к сожалению, для филиппинцев выживает, но в любом случае есть фраг быстрый, тавр забрали. И попытается сейчас забрать фамильяров. Нет, фамильяров нет, тут в лесах никак не заберут. Поэтому быковать не стоит. Ну, не могут драться сейчас Джонни с Ревенш. Ну, никак. Ну, нету у них ничего. Если у них нету Ревенжа Тайда, тут вообще не стоит что-либо даже думать. Ревенжа сразу собирает Тракса. Она идет тупо в БКБ. Просто в БКБ первым айтемом вот после все Мидаса. И они пойдут забирать сейчас Т1 на топ, я уверен. То есть, Думу сейчас надо найти. Я не знаю, конечно, он сожрал крипа на стан, но по мне так полезнее вот при таком сетапе сейчас найти Волка. Найдет Волка, плюс 30% дэмэджа, Винга, Тракса, там будет жуть. Винге надо максить, продолжать свою ауру, у Траксы, я не знаю, появится после БКБ какой-то доминатор или что-то, и это вообще будет ГГББ.
Ну, Траксау сейчас уходит в лес, ботом оставляет лейн. Ну, почему не на топ? Ну, иди снеси еще один тавер. Что у нас с пенетворсом? 5600 Тракса, 5300, 5400 Вайпер, 4700 Пак, 4400 Дум. И 4000 преимущества по золоту на данный момент уже у команды Траксы, у филиппинцев, да. Ну и надо на топ действительно перетягиваться, надо продолжать забирать товара. Ни одной вышки еще не забрали малайзийцы, и ни в коем случае нельзя им разрешать эти товара сейчас забирать. Как раз таки к тому же у XTN такая команда, у которой сейчас вот ранние артефакты имеют огромную роль. Тот же сейчас Dazzle добирает себе вот Magic Wand, там пару брейсеров и так далее. Выживаемость увеличивается за счет товаров, они получают деньги, и все. Это как снежный ком потом копится, и таких саппортов остановить очень трудно. Винга, она достаточно толстая. Ну вот Винга, есть уже свап, кстати, у Винги еще и к тому же, так что сейчас будет легче и проще доставать. Далековато сейчас находится Дроуренджер от своей команды, да. Без нее будет идти драка. Может быть, не стоит этого делать, ну да ладно, решили, что уже и этого хватает, так как появился Меканзм. Ну а тайда есть Ревидж, и кого-то здесь точно потеряют. YAP отрезает Шейк, отрезает Вайпера, Вайпер пытается улететь. Вайпер получает Сайленс, застреливает Вайпера с разных сторон. Вот он свап тайда, тайда подожгли, очень пошел четко грейв. Все. Тайдхантера убили, просто супер. Ну и убили Джонни. Убьют здесь еще, может быть, и Пака. Байбек от Тайда. Возвращается. Получил минус армор. Будет ли Ревидж? Ну, смысла Ревидж давать нет. Забирает Дум просто так. По итогу размен 2 в 2, но байбек от Тайдхантера. Не было Траксы в этой драке. Тракса, которая спокойненько стоит в медле и бьет крипочков. Потому что ТП у нее имеется. Ну так а зачем? Ну она решила, что и так все хорошо, Т2 тавер можно в миде сейчас забрать, и она в принципе заберет, если никто сюда не прилетит. На Т1 размениваться это глупый будет какой-то размен. То есть да, была бы дрока, там драка была бы выиграна вообще в слот, но Тайдхантер бы не выкупался, была бы там дрока. Ну так это хорошо, они забрали бы Т1 на топе и могли бы пойти на Т2. Сейчас они теряют Т1, дрока, конечно, расстреливает Т2, но приходится уже смещаться. Рок, вот. Вот на топе будет дефенс, на топе будут защищать. Вот Тайдхантеру страшно сейчас. Два фамильяра вот, тоже. Вот, ну куда ж такая Мастоун-то побежала? Есть мека. Лол. Ревидж, не успели дать меку. Где Тракса? Траксы по-прежнему тут нет. Не знаю, почему сейчас начали так играть XTN, потому что, по-моему, ежу понятно то, что Тракса появляется в файте, у нее 1200 хп, зафокусить ее... Кроме они как... в миллиард раз сильнее, я не понимаю, что они делают тоже. Вот, вот реально, вот это уже глупо. То есть, если бы был план разменять Т2 на Т1, было бы, ну, еще куда ни шло. А тут, ну, как-то, ну, не ясно. Возможно, это был развод на Ravage, и теперь я не знаю, то, что Ravage нет энное количество времени, они могут спокойно идти в пятером и толкать любой лайн. Вообще, вообще, кстати, да, тут ты прав. Типа, разменять смерть Винги на Ravage вот даже сейчас, ну, это, ну, это то, что надо. Стойди и забирай Т1, Т2, тебе ничего не сделает. Страх, кстати, признает то, что она вообще неуязвима, по сути, для оппонента. Единственное, что Dreamcoil и Mystic Flayer, но там есть меки, грейвы и дазлы. Поэтому, по сути, если ребята в этот момент не уснут, то она по-любому выживает. Ну, такой... Да, Винга сейчас немножко далековато. Ну, подойдет, я думаю. Смоке... Ну и что, заберут Т2, они и без Винги неплохо справляются, при том, что Тракса сейчас не бьет. Вот подходит сейчас. Фиссура. Ну, Шейкер тут так отбросился, ничего страшного. Да, Фокс. И это только 9-й левел Дроуренджер. И Т2 тавра падают очень-очень серьезно, как мы видим. Но пойдут потом они в мид. Я уверен, что пойдут в мид. Да, и они могут смещаться на Т2. Вот просто ТП. Они вынуждены это делать, потому что дальше может быть хуже. А на самом деле им дальше-то особо нечего бояться, Илат. Если обратить внимание на пик Джонни Ревенж, там керри-то нет. Его банально не, ну, типа тупо да. Нет. Я вообще не понимаю, что напикали малайзийцы. Я вот тупо не выкупаю. В чем план? Ну вот сейчас есть Тракса, который уже с БКБ через 4 сотни. И там нет ничего. Там нет ничего, чтобы могло ее какой-то атакой пробить в этом БКБ. Там есть только Dreamcoil. Все. И пак 11 уровня с 800 хп. Ну, понятное дело, что и Шейкеру до Даггера, там, не знаю, еще целая вечность. То у есть... него, начнем с того, что еще и ультимейта нет. Скоро, да, конечно, это, появится. Это для начала, да. То есть Даггер-то можно купить, но что толку, если нет, нет шестого левела. Так, должен быть врыв на Дума. Дум, фиссуры не подцепили. Ну и все. Прожимает барабаны, отходит. ТП у него, правда, нет, у него 2400 на руках. Ну... Слушай, они нереально издеваются. Извини, но покупка паком... Дагона? Нет, ну вообще против, да, против Дазла это имеет смысл. Купить Дагон, чтобы забурстить кого-то. Ну, блин, команда сейчас проигрывает 5000 голды, правда, по XP они впереди каким-то образом еще чудесным. Ну, я на самом деле не знаю, каким образом, возможно, тем, что
фармились. Кто-то пока Тракса там пушил. Хотя я не понимаю, на самом деле. Ну, 11-й тайд, 11-й пак. А там вот мы видим только у Вайпера и у Дровки 11-й левела. Ну, тут ну, такой джи... Ну, короче, неважно это все. Это все неважно. Все равно филиппинцы, если не будут тупить, они эту игру выигрывают просто без шансов. Они драку 5-0 должны выигрывать. Ладно, не 5-0, 5-2. Ну что, убьют двух саппортов, окей. Заход с Маке. Есть ревич, если что, у Тайда можно попробовать. Хороший заход. И вот если Вайпер сможет на себя сагрить всю эту толпу, боже, какой сейчас гениальный может быть байт. Просто гениальный байт. Вот так Дум, вот. Запрыгнул, вот так вот. Заткнул. Заткнул нужный таргет. Минус, грубо говоря, Fighty Tide, Mystic Flare. Вообще ни по кому. Dreamcoil, Экстрем классный. Зашел в троих. Это слишком, по-моему. Сейчас, кстати, Киму здесь тоже должен погибать. Джонни с Ревы. Джонни его расстреливает. 3 в 2 пока размен. 4 в 2 размен. Ну и Тайдхантер пришел, утонул. Ну я не знаю, потому что он идиот, наверное. Ну хорошо, ну, забили Траксу, да, там еще Винга может погибнуть. Или не заберут Вингу. Нет, дотыкали фамильяра, правда, фамильяры здесь погибают. Ультра-килл от Вайпера, это небольшая проблема, что у него тоже будет БКБ. Тракса прожимала БКБ, кстати, это никак не помогло. Да, она БКБ все пережила, то есть в нее ультанули уже после БКБ. То есть, по сути, Тайд-то все правильно сделал, хоть мы на него и набросились, и Дроу Рейнджер забрали. Мне просто казалось, что когда Тайд ультовал, он, я так понимаю, опять-таки после байбека это делал, не? Не-не, у него просто Дум прошел, Дум прошел. А, у него Дум прошел, его не убили за Дум. Его не трогали, там всю команду убили, как бы, а остался Тайд в думе. Байбек делал, если не ошибаюсь, Шейкер, наверное. Или кто? Сейчас посмотрю точно. Байбек да, делал... А, Визаж. Таймингу... А, Визаж делал байбек. То есть это было 5 в 4 сейчас размен у нас был. Или 5 в 3? 5 в 3. 5 в 3 был размен. Опять-таки, да, в пользу команды из Филиппин. И в пользу команды из Филиппин еще то, что Вайпер сейчас купил БКБ. Да, они знают то, что нет реведжа. Они знают, что нет реведжа, и можно спокойно идти и толкать снова ТВРа. Главное сейчас не растягиваться по карте, а вот именно идти и толкать. Вот. Дум на ботами, ладно, Дум там не главный толкатель. Ну, тут мы видим, что вышки действительно падают без боя. На нижнюю линию можно переместиться, забрать тавер и очень быстро зайти на этот. На Рошанчика, да. Это будет то, что надо. Вот Дазлу надо 5-2-5 брейсер, я считаю. То есть это для него сейчас будет оптимальный запак. Против того, что он играет, при том с появлением Дагона. Они сейчас заходят на Рошана, появляется медалька у Винги. Пошел плюс армора ну, Дазла. А там будет драка. Там будет драка. Ну, главное успеть сейчас войти, потому что Рошан-то осыпается. Ты посмотри, как быстро. Заходит вот фамильяра. Вот два фамильяра, сели, подстанили. Полетел конкассив шат в Эму Стоун. Мистик Флэр Вингу. Есть грейв. Винга. Ее засейвили. Дум прыгнул, Винга еще будет пытаться как-то здесь помогать. Ну, кстати, Дум сейчас может погибнуть. Там Тайд погиб, там Тайд погиб на Рошане. А как? А где? Как? Что он вообще запрыгнул туда? Да, он, судя по всему, запрыгнул, его забрали. А у кого Аегис? Аегис у Вайпера. Ну и все, Рошан забран. Ребята сейчас разлетятся по всем лейнам. 20 секунд фрифарма. Будет Денай вышки на топе, если катапульта успеет расстрелять Фокс. Нет, не успеет. Успеет. Красавчик Фокс. Это первая вышка в игре, которую Джонни с Ревенж достается. Деньги за нее, то есть. Ну и достается, понятное дело, там пару копеечек буквально. Да, за Денай почти ничего не дается. 100 золота, то есть 500 на всю команду они получили. В их ситуации это не спасение, потому что преимущество уже более 10 тысяч по золоту и около 7 тысяч по XP. И Тракса продолжает набирать обороты. Есть уже Морбит Маск, может появиться Доминатор. Может, конечно, он будет извращаться и соберет Мом. Я надеюсь, что не соберет он Мом. Это же твой любимый айтем. Да, это мой любимый айтем. Я действительно в восторге от людей, которые его покупают, но не всегда. Иногда мне просто нравится, как играет команда, и просто не хочется, чтобы они проигрывали. Сейчас, кстати, Дума убьет. Грейв. Ай, отлично. Грейв Дума не убивает, а убивает Джонни. Убивает Джонни. Тут БКБ у Вайпера, поэтому фамильяры никак не помогут. Ну, то есть два БКБ было прожито. И параллельно, кстати, попытка догнать также Пака. Но тут Дума одного оставляют. И, кстати, у Дума могут быть проблемы. Нарейвич пытается он сейчас развести Тайда. И Тайд сейчас вынужден будет давать Рейвич, скорее всего, потому что его тут убьют просто. Ну, там драка. Временем, Шарки. Боже, как ему больно. Ты посмотри, как играет классно, просто очень классно играет на самом деле Дазл. Столько подсейвов от него было уже, которые прям на лоу хп. Сейчас он подсейвил Вингу, но если бы Винга не стала свапаться с Паком, там, то спокойненько уходила бы живой. Ну типа свапать Пака, который на хосте, ну это какой-то нонсенс. Он же пытался его запутать, типа. Запутать? Да. Что Пак потеряется в пространстве, такой типа, где я, что произошло. Может быть. Когда пьяный из бодуна просыпаешься утром. Да, такой, где я? Кто да, я? Вот, где я, кто и какой сейчас год. Да-да-да. Понедельник, утро.
Ну и что, будет рыв на пака? Ну, дума нету, поэтому пака можно разве что вот так расстреливать. Тут стоит Тайтхантер, очень хорошая позиция в этих новых лесах. Можно вот сюда и выйти. Опять-таки, у дровки БКБ на кулдауне все еще. Будет вот ли Грейв? Есть Грейв. Грейв поздновато, то есть рановато, извините. И Вайпера здесь убьют, но у него Эгис. Не забываем, что у него Эгис. А вот минус Дазл, это уже интересно. Ой-ой-ой. Падает. Очень неплохо, но сейчас появится Вайпер. Ну, здесь Тракса стоит под БКБ и просто расстреливает. Первый, второй, пошел Сайленс, цепляет третьего. Минус Линк тоже. По даблкиллу. По даблкиллу Вайпер с Траксой оформили. Три. Ну, хотя ты видишь, ну, все-таки смогли они забрать Аегис и убить еще двоих, да? Но, опять-таки, за счет того, что быстро сфокусили Дазла. Но этого мало. Ну, этого просто, понимаешь, они мало. Сейчас убивают то, что Тракса не хочет закупиться. Вот на самом деле вся проблема. У нее 4000 на руках. 4 куска. Ну, типа, да, что угодно можешь себе купить. Кусок баттерфляя. Манту он себе купит, наверное, просто не будет париться. Скорее всего. Ну, вот сейчас мы видим. Упал последний Т2 Тауэр. По деньгам преимущество уже 14 тысяч. По XP 10 тысяч. Ну, и вот у филиппинцев открыт путь к успеху. Но вообще, вторым матчем у нас будет играться матч YAP против Титанов. Если филиппинцы выиграют здесь и там, то на этом наши переигровки-то закончатся. Да, по сути, нет, не будет смысла в третьем матче. Какой бы результат в нем не был, то все равно ребята из XTN уже получают путевку в Киев. Но им надо еще пободаться. Им надо еще очень-очень сильно пободаться. И в этой игре довести до ума, ну и, понятное дело, еще их ждут Титаны. Титаны, которым будет очень интересно. Так, в миде пак отлетает отсюда. Вот на топе должны цепануть. Цепанули дума, мистик флеер, минус дум. Дум у нас погибает уже, я не знаю, в какой, в пятый раз. 1-5-12, такой дум очень веселый. Не понимаю, опять-таки, что он делал на топе. Я вообще не понимаю, что он делал на топе. Но... Да, вышки-то один нет, подсейвить тебя не могут. Что-то там стоишь непонятно, пушить там нечего. Пытался выфармливать, ну так выфармливай, я не знаю, эншентов стоит. Лес, пойди лес пофарми, эншентов, что-нибудь. Но действительно, почему лететь на топ, непонятно. У Вайпера появляется 16 левел и Аганим. Есть у него БКБ, есть мека 2600. У дровки сейчас будет 16 левел. Вот это круто. Ну, реально, вот с таким дэмэджем почему нет? То есть, ты можешь какого-то... 585 урона сейчас вылетает, и Дейдауса остается не так уж и много. Там реально какой-то пак будет с одного крита отлетать. Кстати, да, это крутая тема. Вот хороший артефакт, да и все. Сколько там? То, что 30 надо. 30 дэмэджа, 20% критикал. Запрыгну дом, ну, плохо, затыкает, чебекс, минус армор, ну и буквально тычка от Траксы. Да. Такая долетела одна, такая ленивая такая тычется. Ну ладно. 16 левел, Draw Ranger, 169 плюс 186 под вингой у нее. Мне даже плюсовать впадло, но это больше 350, где-то, да, это 355, если быть четким, правильно? Да, дэмэджа здесь просто миллион. И если Дазл просто не будет жадничать, а будет давать ультимейт на их самих, то есть, ну, не пытаться врагов защемить, а просто плюс армор давать. Ой, свап. Какой свап Джонни. Unstoppable Draw Ranger 8-1-4. Ну и надо заходить на хайграунд. Нету пака, нету визажа. 40 секунд. Абсолютно без проблем. Опять-таки напоминаем, таймрейтинг важен. Важен на случай, если будет второй круг переигровок. Поэтому очень быстрая победа тоже важна. И сдаваться команда вряд ли будет. Что одна, ну, что проигравшая команда вряд ли будет сдаваться. Обе знают правила команды, но здесь очень такая уверенная победа, конечно, чтобы так вот с Draw Ranger на 24-й минуте несли бараки, это прям воу-воу-воу. Да, порезались все, отходят, не хотят драться под тайдом, визажом там и так далее, когда все порезались. Ну и правильно делают, на самом деле, с этим обновлением один неудачный тимфайт 0 в 5, допустим, и игра, да, вот может... Пак поймали опять-таки Дума, но Дум фидак у нас знатный, это 1-6, пусть фидит. Товарищ очень любит подфиднуть, так скажем. Заметил, ники Икс, они в дотике несчастливые. Думаешь? Да. Ну вот смотри, Хакон. Да. Ксяугейт. Ладно, нет, да. Это мы вычеркиваем, этот миллионер, типа... Он наоборот, априори... Витя, вы ошиблись, по-моему. Априори делает этот ник самым счастливым, по-моему. Вообще на Икс все ники самые крутые, ты что? Ты ничего не понимаешь. Или ты намекаешь вообще на команду XTTN?
Не, ну эти нормальные, ты посмотри, как они давят. Ну, Дум, да, вот Дума бы кикнул. Остальные нормальные. Уволен, Дум уволен. Ну 1-6, бро, 1-6. Витя увольняет, но он впитывает. Как ты не понимаешь, что-то если бы он в файте впитывал, то это такое. А когда он просто впитывает, когда надо и не надо, это такое. То есть... Просто хочется ему впитывать, в чем проблема? Ну пусть играет на другом герое, я не знаю, на Абадоне. Тот ультимейт нажал и может впитывать. И впитывает. Сколько угодно, и себе во благо причем. А тут... Да не вот такой уж он сильный впитыватель. Ладно, Execration должны идти, должны сейчас лететь в последнюю атаку, вот этот вот мидлейн прям вот надо манит. Его забрать. Манит, вот, прям манит. Я тут даже солнышко им нарисую. Солнышко, такое. Я думаю, это змея, которая вокруг. Солнышко, это солнышко это такое будет. Сияющее просто. Херово я рисую, да ладно. Это лучики же должны быть, солнышко. Ай. Но у меня солнышко горящее. Лучики их не видно, ты не понимаешь. Все, я понял. У нас в детском садике были разные солнышки. Нас дурили. Ну вот как можно вот так солнышко рисовать? Ну это ж бред. Ну вот ну как так можно рисовать солнышко с лучиками? Лучиков мы же не видим. Ну, возможно, воспитательница сидела на каких-то очень... трудно на седативах, да, на седативных средствах. Поэтому она видела лучики у солнышка. Может быть. Все может быть. Я вообще в этом не уверен, но действительно все может быть. Так, ну что, ехала или как? Ну, вообще вот собираются вроде как впятером. Тараска прилетает к Вайперу. Доедалус появляется у Траксы и 2900 сверху. Пошел смоук, пошли искать. В принципе, главное вовремя нажать БКБ и не попасть под рэвидж, и тогда всех расстреляют. Тайт под смоком спалился сейчас и упрыгивает отсюда. И тут, кстати, на топ. На топ тоже неплохой вариант. Потратили сейчас арбу. Ну, Джонни здесь стоит, уже ждет, чтобы ее свапнули. И вот. Вот он свап. Он дождался. Фамильяра убить. Стычки. Отлично. Тракса убивает фамильяра стычки. Просто забей, да. Ну и можно заходить спокойно на ХГ. Пак отблинковывается от Вайпера, но это не Вайпер Страйк. И, кстати, в бочину хочет зайти Шарки. Не, у Шарки это может получиться. Ну, в том-то дело, он может еще и заблинковаться. Тут, правда, Дум стоит, вот это дерево схавает, и ты увидишь Шарки. Смотри, стрики, позиции смешные там. Ну, падает барак, никто дефать не хочет, а рейнджовый. Шейкер, стри-стри. Наконец-то нашли Шейкера, подожгли его. Ну и Шейкер тут ничего не сделает в этой драке. Бараки попадали. Вайпер БКБ Т4. Пошел за Тайдом, который так и не ультанул, так и не ультанет. ГГ. Вот так вот. 30 минут понадобилось. Ну, мы точное время запишем сейчас, потому что, понятное дело, это важный момент. Если Джонис Ревенш выиграет у Титана, Титаны у VIP, то у нас будут, опять-таки, ровные ситуации. Будет 1-1-1, и тогда уже таймрейтинг будет влиять. На что-то. Ну, в любом случае, Interactive Philippines. Филиппинцы выиграют первую карту переигровок. 29 минут 47 секунд. Им понадобилось. Причем с Траксой, да, на мое удивление, то, что обычно этому герою выфармливают максимальное количество слотов и только потом идут драться. А Джонни Ревенш с героями с нереальным просто раскастом, как раз которые сильны вот до определенной стадии игры, до появления пайпов там и так далее. И то все контрится вейло в дискордами. Но они вообще никого... скажем так, противоборство не показали. Просто салатину, я бы сказал. Да, ну что, у нас сейчас будет пауза, 15 минут до следующего матча. Джонис Ревенш будут, ой, то есть Титаны будут играть против филиппинцев. Да, никуда не уходите, скоро продолжим.
StarLadder TV представляет 10-й юбилейный сезон звездной серии Dota 2. Лучшие команды со всех континентов, самые популярные студии и комментаторы. SL TV, Beyond the Summit, Imba TV и LGD TV. Сотни часов трансляций на 5 языках и гранд-финал с участием легенд Dota 2. Покупай билет, следи за матчами звездной серии в клиенте игры и вноси свой вклад в призовой фонд турнира. Впервые вместе с покупкой билета ты получаешь уникальный сет на Тини и компендиум StarLadder TV с системой достижений. Следи за ростом призового фонда и получай дополнительные призы. Для начала – буст игрового опыта. Далее специальный лоад-скрин от StarLadder TV. Худ турниров, матч всех звезд, игровой курьер и новый сет на одного из самых сильных героев Dota 2. Ты увидишь это первым. Следи за событиями на сайте Dota 2 StarLadder TV. Покупай билет на StarLadder или подвергнешься тщательному анализу.